Всем привет, с вами итальяночка, добро пожаловать на мой канал. От итальянцев очень часто можно услышать глагол «docharsi». Он используется в разговорной речи. Но что же он означает? «Che cosa significa?» А означает он «принимать душ». «Fare la doccia». Например, «Vado a docciarmi» – «Я иду принимать душ». «Mi doccio e mi riposo» – «Я приму душ и отдохну». «Mi sono docciato» – «Я принял душ». «Mi sono docciata» – «Я приняла душ». На сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И апресто, до скорого. Ваша итальяночка.